Друзья, приветствую всех на моем канале. С вами Алексей Шредер. Это клуб Мастерс. Поле действия военного сегодня переместилось сюда, из Ломова в Мастерс. И у меня в гостях опять человек, у которого потенциально я отобрал паспорт, и он у меня в заложниках. И это Паша Бабич. Son of a bitch. Так, ну что ж, сегодня у нас будет такая программа, которую мы до конца еще не определили. Мы начнем с выходов на перекладине с максимальным весом. Будем подниматься лесенкой, кто больше сделает вес в выходе на турнике. Условия не такие, что прям идеально чисто, главное выйти над турником. Второе, мы сделаем подтягивание. Есть одна маленькая загвоздка, к сожалению, у меня с фалангом пальца проблема, я не знаю, смогу я это делать или нет. И, возможно, буду брать лямку, потому что палец вытягиваю вот так, и не знаю, смогу, не знаю вообще. Напишите потом в комментариях, что делал Леха с пальцем. Да, напишите, куда его засунул, в розетку. А потом сделаем становую тягу, снимем интервью для канала Павла, он хочет мне задать интересные вопросы. Максимально интересные, да, подписывайтесь. Да, я не знаю, пытать будут или не будут, посмотрим. Они меня пытали, но я ничего не сказал. А далее мы определимся. Возможно, это будет подъем на бицепс. Строгие подъемы на бицепс и, может быть, еще что-то. Да, мы подумаем. Если доживем, да. Если доживем. Да. Все, погнали. Мы начинаем с выходов. Посмотрим сейчас, как с моим каличным пальцем будет получаться. Разминаемся и переживаем за палец Лехи. Ну что ж, прежде чем делать выходы с весом, сначала по одному повторику без веса. Килограмм первая нагрузка. Что? Нормально, я очень переживал за палец, вначале так заболело остро, но я его раскочегаривал, растирал, чуть-чуть припух, чуть-чуть посинел, но вроде могу делать. Давай жестко, как тигр, 10 кило. Оп! Занес. Готово. Далее 20. Да! Сотый. Двадцатки уже боишься или тебе 15-ку дать? Прикольно, про монтаж твой пишут все. Просто врываются. Леха лучший монтажер Ютуба 2020 года. Да, стараюсь. Творческий подход. А технически, да, есть там проблемы, я только начал. Но технически для меня не самое важное, это скучно. А творческий монтаж, даже если кому-то не нравится, но зато мне вот это доставляет удовольствие. Итак, второй подход, пятнашечка. Заходим, нет, не заходим, а вылетаем в космос, как Юрий Гагарин. Без одного пальца, бро. Хотел сказать, заходим на посадку. Наоборот, вылетаем. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Четко. Четко, чечетко. Так, четко, чечетко. Качок, да, который летает на турнике, это вообще возможно? Да, бывает и такое. Мне идеально соревноваться в двоеборье, выходы с весом и там, допустим, приседания со штангой. Паша, плюс 15 килограмм, проходной вес. Оп! Бум! Оу! Что это было? Ну, бывает такое. Что-то не пошло, сейчас я сделаю. Паха, надеюсь, ты меня сегодня не разочаруешь. Потому что нужно 30 хотя бы. Ага, 30. Или, блин, 20. Так, что-то пошло. Пару слов. Что-то пошло не так, я не пойму. Я о чем-то подумал. Элемент перевернут в обратную сторону. Да. Точно, ремень в обратную сторону. Поэтому все не так получается. Оп! Хорош! Есть! Негоже на пятнашке останавливаться. Ну, интригу надо же добавить. Да, точно. Ну, бывает, на выходах такое бывает.
Плюс 20. Взлетаем. 9, 8, 7, 6. Да, люки запаса тоже. Ну да. Опа! Готово! Ты снимай со спины, Леха, второй дубль сделай. Ну что, Паша, надо делать на изи, чтобы создать интригу. Сейчас так что давай. Главное не думать о сырниках, Мария, потом. Я хотел спросить, откуда повелось, я видел на твоих видео часто тигры. Кто первый сказал тигр? Ну вообще-то я всегда писал в сторис у себя, типа, тигры, привет, типа. А вот тема. Интересно, откуда у тебя это пошло, или ты сам не знаешь? Да, знаешь, была песня раньше, мой братан тигр, но она как бы есть. Что за песня? Ну, L1, по-моему, поет. Мой братан тигр, 24/7 тигр. Ой, не, я такое не слышал. Да, ну, она просто, контекст, понял, вырвалась. И что-то мы на тренировках делали, тут большие веса поднимаем постоянно, и типа, красава. А я думал, знаешь, у меня было подозрение на песню, которая часто играла в фильмах с Ван Даммом. The Eye of the Tiger. Помнишь, что это? Я понял, Я думал это, ну ладно, не угадал. Ну, итак, соберись, давай, плюс 20. О, этот блин сидит как родной. А я судья с флажком. Судья высшей категории. Да. Алексей Шредер. Давай, на изи. Оп. Вот. Дал, хорошо. Отлично. Засчитано. Ну, надеюсь, ноги не снимал, а там жестко. Так в своей жизни, блин. Да ладно, ноги все равно, у нас главное. А есть. Я вчера этот крутил кровать, ремонтировал, у меня видите, что с пальцем, так что тоже минус один палец, мы в равных условиях. Ой. Следующий этап. Вот этот диск красавец, 25 кило. Бум! Как Паша говорит, как пушка. Пушка, да? Пушка дал, бум! Мы сегодня друг друга подкалываем немножко. А чё, чтобы было веселей. Некоторые подписчики такие хмурые. Пошутишь что-нибудь там, они сразу такие с подозрением на тебя смотрят. Так, ну что, 25. Судья с флажком где? А? Судья с флажком на месте. Хорошо. Мне сложнее всего слазить. Не в зачет. Когда слазишь наверх, трешься вот этой частью руки, а когда слазишь, переходит на пальцы, я вот просто так спрыгиваю из-за вот этого фаланга. Видишь, как посинел? Ну, уже не такой синий. Ты ему дал каинчик, а он уже покраснел. Так. Не в зачет летит. Очень легко. А да? Внешний наблюдатель говорит, не зачет, потому что легко. Блин, надо будет изображать. Симулировать. Так, 25 это мой личный рекорд, я еще никогда не делал. Недавно, кстати, с Димой Кузнецовым. А я видел, ты как-то через руку сделал. Не, у меня пару моментов было, ну да, это криво я сделал, пару моментов, понял, я вылетел вот здесь и ударился грудью и обратно. А, ударился грудью. Но у нас как? То есть у нас не идеально чистое исполнение, но обязательство стопроцентное, это, во-первых, внизу руки распрямить. Ну, мы это соблюдаем, но это вы увидите на видео. И обязательно на две руки надо выйти. То есть, если даже немного через руку, то уже не зачет. Ну, потому что это фигня какая-то. Да, это кроссфитерный вопрос. Будем считать, что это выход на две с отягощением. Надо взорваться просто. Бах-бух, и все. Давай, сделай. Вау, ракета. Легко. Вниз, вверх. Хорошо. Хорошо. Молодец. А как может быть по-другому? Что-то прижало, Как может быть по-другому, когда дело касается когда Шредера. На площадке. Так, ну что, друзья, по 25 мы с Пашей уже втащили. Теперь как бы вес 30 идет, но у меня 30 уже был рекорд, и не хочется тратить силы. Поэтому я сразу заряжаю 32,5, чтобы уже рекорд быть. Ну, показываю, 25, 5 и 2,5. 32,5. Здесь нужна хищная мотивация. Ух.
Лёха. Актёрская игра. На сотку. Не, ну чё, классно, прикинь. Там, в моём почтенном возрасте бить рекорды. Ни в 20 лет, ни в 25 я такого не делал. Ни в 30, ни в 18. На курил, сидел, бухал, да? Жёстко. 30. Блин, жестко, 32,5. Давай, жестко, взял, сделал. Я уже категория на месте. Взорвался. И. Жестко! Еще, еще попробуем. У нас как табор цыганский. Кони побежали. Техника не помогла. А мне что надо закричать, чтобы мне помогло? Мне кажется, это как-то. Да, может быть. А ты будешь делать 27,5 или 30? Да, 30. Давай 30. Мы идем ва-банк всегда, all-in на канале просто, у Лёши. На своем можно чуть подрасслабиться. Друзья, вот напишите честно, кто подписался на меня, перейдя с канала Лёхи. Вот прям напишите, я пролайкаю всех, наверное. Но я не знаю, что мне надо сделать, чтобы сделать. Сорваться. Вот что тебе надо сделать. А, тебе надо этим, как в пауэрлифтинге, отвесить по ушам, таким, бэм-бэм. Потом дать мне пнуть. Как будто уже аняка. На шатыре. Уши должны быть теплые. Да. Как на борьбе? Да. И? Вот. Взял, взорвался, сделал, давай! Так, взорвался. Вылетает. Бум, давай! Вообще не тянет. Опять я Лёшку придавил. 30. Вернее, тянет, но вниз тут. Ещё вышел, да? Да не, еще там долго. Да, еще далеко. А следующую попытку будешь пытаться повторить 30 или не, все-таки меньше, больше? Меньше попробую. Паша будет 27,5. Понижаем ставки. Я снова буду 32,5. Потому что повторюсь, 30 мне не особо интересно. Повторять свой рекорд. Нужен новый, мать его, рекорд. Правильно? По-любому. 32,5 килограмма. Новый рекорд. Давай. Салага, Шредер. Дрищ. Дрищ! Давай, взорвись! Давай! И единственный настоящий диск деревянный, 25. Попробую еще 35, но это уже будет из разряда фэнтези, но попробую. Из разряда извращенцев. Да. Так, Павел сейчас пробует 27,5. Рекорд я свой уже побил. Так что... Да, молодец, кстати. Но я считаю, что 25 как бы ты уже почти делал, ты был на грани. И поэтому, ну тогда, раньше, когда я видел на твоем канале, и тебе, чтобы прям такой рекорд непререкаемый был, нужно все-таки 27,5 втащить. Так что давай. Надо собраться, да? Да, надо. Соберись. С Лехой одни рекорды просто. Такое ощущение, как вот год тренировался ради рекордов с Лехой. Леха не оставляет шансов. Все, что было до тренировки с Лехой, я еще не считаю. Можешь об этом забыть. Давай, главное, соберись. Давай. Сделал! Взорвись! Пошел! И мощный взрыв! Вау! Да ёп! Каждый подход что-то придавливает. Слишком длинные руки у Павла Бабича. Надо коротнуть. Да, надо подкоротить их. Ну, когда очень длинные руки и длинное тело, все-таки сложнее выходить. Вообще сложно жить. Да, сложно жить. Но девчонки не отходят. Девчонки любят? Конечно, высокие. Мудрость. Девчонки любят, но руки тебя не подводят. Я хочу еще попробовать разочек. 35, новый рекорд. Вот 25 и 10. Леха так сказал.
Разочек. А разочек, ну, да. Пожалуйста, это наш разочек. А Паха уже вроде спекся. У нас следующее подтягивание, и он экономит силы. Хитрый жук. Да, хитрый жук. 35. Итак, как подышали. Сказал бы Ронни Колман. Он бы на турнике ничего не сказал. Точно. Тут можем мы задавать тренды. И надо взорваться. Блин, ты знаешь, мы блин, не хочу. Не буду. Надо взорваться. Не хочу. Не хочу. Я знаю, полиция, все четко. Бум! Давай, сделал. Легко. Костя. Оп! Почти 2-2. Ну ладно, тоже буду беречь силы. Сейчас еще подтягивания надо делать. Потом еще становую тягу. Но был близок. Рекорд уже сегодня есть. 32,5 килограмма. Я остановился, Паша сделал 25. Судья международного класса. Или еще раз попробую. Надо делать. Если я, не будет получаться, тигр меня за волосы вытащит. Ну, блин, у тебя не слишком длинный, мне будет тяжело тащить. Паша... Надо подвесить пиццу здесь, чтобы ты летел к ней. Так, друзья, повтор 35 кг. Попытаюсь сделать еще один рекорд. Пойдет. Давай. Рядом был, надо сделать. Давай, больше, подпять. Пошла! Взрыв! Да, блин! Тютельки не хватило! Блин! Ну все, теперь уже точно больше не буду, потому что еще подтягиваться, тянуть становую, на бицепс поднимать. Но был очень близок, и скоро я это сделаю, я уверен. А вообще, цель 40. Денчик снимай! О, надо было меня за волосы тащить, а не выпендриваться там.